Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Need for Speed Undercover. Так что я нажал. И нам тут надо Джимака добить. Вот, как вы помните, прошлое видео закончилось как раз на том, что мы его добивали. Но я думаю, сейчас вот это вот будет фата... Да ладно! Ты хочешь сказать, тебя это не убило? А, но он уже моргает. Он уже моргать стал, да. Сейчас, его надо в бочинку, вот так вот. Блин, вот то, что они разворачиваются, вот это реал бесит, ребята. На! Сейчас, надо его еще разочек долбануть. Уже он идет. На! Есть! Есть! Зацепили мы его. Задание выполнено, отлично. Так, денег не дали, но зато разобрались с этими чуваками мы. 18 уровень, я думаю, 20 уровней тут всего. Наверное, хотя фиг знает. И, конечно, придется всех убрать, надеюсь, ты это давно понял. Придется всех убрать. Интермедиа, ну погнали, что такое интермедиа, посмотрим. Так, что сейчас? Громила Джимака. Ну, это изи-бризи на самом деле. Это вообще, то есть тут... Ну, вон тут вообще мы один удар за другим наносим. Удар. Где ты? Да где? А, вон он. Удар, еще удар. Сейчас будет гол. На. И на тебе. Вот, уже красненький. Ну, то есть тут все легко. Вон, по-моему, он уже моргает. А, нет, еще не моргает. Куда ты ехать собираешься? Вон ты куда поехал. На! Только это, по-моему, он меня впечатал. На, вот это я его. Блин, ну ты уже красненький. Ну тебе уже все равно... Не жить. Так, сейчас. А, во, моргать стал, моргать. Ну, моргающего добить уже. Тут так, вот так вот чуть-чуть подрезали. Блин, сейчас вот он опять, зараза, развернется. Вот это вот раздражает, то, что они Так и где он, блин? Ты там живой вообще, бро? Хотя ты мне не бро. А, ты вот... Ой, мама дорогая. Так, ладно, сейчас я его просто в бампер фигякну. Не, живет еще. Вот теперь, видимо, не живет уже. Задание... И все? Вот этого чувака я убил, эй, и все? Это опять я. Слушай, мне страшно. Очень, очень страшно. Приезжай как можно быстрее, пожалуйста. Так, Кармен надо поехать. Ну где? Проложите мне... О, дьявол, нормально. Дьявол — хорошее название. Мне нравится. Это отличное название для последней миссии. Прям, я прям чувствую, как оно... Подходит идеально для последней миссии. Еще один громила. Джимака, это ты что ли, дьявол? Ну уже ты оранжевый дьявол. На! Да как так? Как не засчитали только что? Такой удар был, ребята. Это просто убийственный удар был, и не засчитали. Что за хрень? Тут, короче, тарань как хочешь, да, получается. Сейчас он будет разворачиваться, но я уже знаю. Давай! Блин, еще камера так по-дурацки отрабатывает. Так, ладно, она его спереди, ее так почину. В обгонении. И сейчас надо повторить. Ну что-то он оранжевый, краснеет он слабенько. Не собирается, походу, краснеть. Сейчас мы его... Во, покраснел. Вот это совсем другое дело. К
Куда ты там едешь? Сейчас я тебя припечатаю. Так, попень. Опять он разворачивается. Да сколько можно? Тебе не надоело? Ты где? Где? Господи, как это тупо, ну... Так, ладно, сейчас мы этого громилу Джимака... На! Чё, моргать даже не начал? Окай. Ты реал развер... Теперь он начал моргать, он сам в нас въехал, это замечательно. То есть нам его осталось добить еще пару ударов, и все, и он поедет. На! А, все, походу, он готов, да? Да-да-да, перевернулся, отлично. Отлично, еще одного вывели из строя. Джимака мы нашли, но нужной машины все еще нет, а это единственная ниточка к Чаулу. Продолжай поиски. Так, а кому там я должен был приехать? Вот, встреча с Кармен, да? Видимо, вот сюда я должен был приехать. Давайте мы, наверное, сюда приедем. Так. Спасибо, что пришел. Да, пожалуйста. Я поняла, в чем дело. Это тачка. Зак угнал ее у опасного человека. Когда Гектор узнал, он очень испугался. Он пригнал ее ко мне, но теперь никого нет. Все исчезли. Гектор, Зак, Никель, даже Джимак. Послушай, мне очень страшно. Пожалуйста, забери ее у меня. Полиция. Я не знала, что ты приедешь, и позвонила копам. Прости. То есть мне сейчас от копов уходить придется? Какая нафиг BMW? Отдайте мне мою Бугатти. Чё, BMW? Я устал ждать. Со мной тут инспектор Чейз Лин. Сейчас она никак не может развязаться с делами, поэтому говорить буду я. У тебя мой автомобиль. Мне об этом доложили надежные источники, но машины я почему-то до сих пор не вижу. Пригони ее к складу у канала eBay. Я буду ждать тебя. Никакой полиции. Или кое-кто умрет. Что за нафиг? Нафиг мне это BMW, дайте. Чао Ву, ну окей. Такой доверчивый малыш. Ну так вот. Они найдут Гектора и остальных, кого ты убил. Также они найдут пленку и выяснят, что ты был последним, кто их видел. Но это будет уже не важно, потому что ты умрешь. Это что, концовка? Меня убили, что ли? А, смотри, что ты наделал. Спасибо тебе за помощь. Кто бы мог подумать, что будет так трудно найти одну машину? Конечно, важна не машина, а ее груз. Удачи. Я что-то нифига не понял, кто кого сейчас убил, кого пристрелили, Джимака или кого. Тут вообще черт ногу сломит в этом сюжете и ничего не поймет. Ну, видимо, это уже подходим мы к концовочке. Ты не хороший, не плохой, ты просто кушаешь с колбасой бутербродики. На чем я сейчас ехать буду? На Бугатти, я надеюсь, или на Лексусе? Да, мне дали Лексус. Но он с нитро хотя бы. Уйти от погони, так. Тебя ищут. Я знаю, ты есть, но тебе еще долго придется отмываться. Поймай Чейз, и тогда у тебя будет шанс доказать свою правоту. Да что вы мне этот... Как будто я ни разу вертолета не видел. Ой, господи, как все глупо. А шо высокая, 250 км в час?
Заграждение не смогло остановить его. Выставим еще одно. А они сюда вообще заехать-то смогут? А, вон, заехали. Внимание! Всем машинам! Впереди установлено заграждение! Внимание на экран! На приказ остановиться не реагирует. Следуй за ним. Блин, ну выйди, пожалуйста, из этой шнеки. Короче, нам надо в любом случае сейчас тупо кататься и ждать, пока сгинет вертолет. Как только он уйдет, тогда мы только сможем от них уйти. Вот, а так это все беспонтово абсолютно. Ну, вот тут мы, конечно, кучу тачек побили их. А чё я, куда я въехал? Господи, мама дорогая. Ты откуда тут заспавнился? Да твою налево. Уйти от погони. Нужна помощь. Диспетчер, отзовите всех, кого можно, и пришлите сюда. Ну, она едет всего лишь 300, это мало. Бугатти у меня 400 пёрло. Ну, видите, прям взялся мимо. Оторвитесь немного. Держитесь посвободнее. Так, вертолет ушел. Осторожнее, мы перекрыли дорогу впереди. То, что вертолет ушел, это хорошо. Мы повернули на север. Блин, но я на такой тачке, от них проблематично мне Реал будет уйти. Реал проблематично. Так, вот это вот хорошо, то, что мы сбили эту шнягу. Отлично, есть варик уйти, ребят. Тихо. Блин, там мент. Ну, тут я заперт, ребята. Тут я никак не уеду от них, к сожалению. Хотя... Давай еще чуточку. Есть! Выполнено задание, отлично. Так, ладненько, я тогда на этом этот выпуск закончу. Большое вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.